Здравствуйте, друзья! Вы видите нашего админа, который колдует, натурально колдует над этим рекордером. Оказался непростой штучкой рекордер. Да. Но это мы отдельно расскажем. Мы ищем режимы. Вот. А рассказ мой сегодня вот об этом приборе. У меня такое чувство, что я несколько лет назад о нем уже рассказывал. Он у нас давно. Вот я сейчас тут его выставлю на 9 минут. Вот смотрим. Значит, это некий такой прибор, который сейчас создаст торнадо, такое, бурю, но не в стакане воды, а вот в кувшинчике воды. Вы видите бурю. Буря состоит в том, что пузырьки воздуха там забиваются, загоняются, заколачиваются в воду. Друзья, эта вода сейчас будет обогащена кислородом. Вы видите, как она обогащается. Чтоб нам так обогатиться лично, друзья, как эта вода обогатилась кислородом. Вот так же естественно и обильно. Вот. Ну и вообще просто посмотреть, даже вы можете и не пить потом, но просто посмотреть, как это происходит. Вода становится на вкус мягче. Вообще как-то она вот повкуснее. Вот эта вот решеточка здесь, там кораллы. И эти кораллы, через них тоже вот это вот проходит, прогоняется. Вода делается более щелочной. Но кока-колу не заменит. Кока-колу это не заменит, но... Так, если вот попить, например, просто. У нас есть люди, которые пробовали сегодня. Вот это второй заход сегодня делаем. Анна Леонидовна нам расскажет, в чем разница между водой просто, вот до и водой после. Есть разница? Смотри, какую купюру. Вы так улыбаетесь. Кого-то хотите сказать, что не почувствовала, но неудобно. Ну, немножко отличалась. Да. По вкусу. Она... Сначала, когда мы ее попробовали до этой машинки, там был такой привкус противный, а потом его не стало. Вот как-то ну, так. Что ж противный? Неужели прям так? Ну, вот такой вот. Так. Сергей, а вы пробовали воду до или после? Я пробовал после. Ну, после как оно было? Ну, я... Ну, вода как вода. Понял. Хорошо. Ну, приятная на вкус. Ну, приятная. Да, приятная. Вода, я вода, не знаю, насколько у меня самочувствие улучшилось после этого. Нет, ну это же не единоразово. Не пирамидон, что вы такое поэтому... говорите. Ну. Да. Я знаю, что коньячка 100 грамм, если, то состояние улучшается. Если коньячок, на самом деле, вот залить туда. И прогнать его через... Прогнать через кислород. Это самогонный аппарат. Через, ну, вот, обогатить воздухом, кислородом или там еще чем-то. Тоже, может быть, неплохо будет. Да. Кстати, конечно. Хороший этот вот повод для эксперимента. Рационализаторское предложение. Да. Ну что, смотрите, друзья, мы в итоге перешли на переходничок. Да. Вот этот вот, XLR. Который, да, с 3,5 миллиметров идет на XLR. Потому что мы пробовали такой толстенький, да? Угу. Сколько он не там? Пошел. Не 3,5, а там 5, наверное, миллиметров. Да, полноценный, толстый. Да, не получилось, не получилось. Да. Звук очень тихим был. Вот так вот получается, переходник меняешь. Да. Вот такие технологические новинки. Говорят, где у нас там прогресс? Вот, вот я говорю, видите, это оно за мной, что ли, идет? Да, сейчас он с двух микрофонов пишет две дорожки. С два микрофона, а где? Вот они, два микрофона у меня в руках. У вас в руках. И они подключены сюда? Один сзади, один так. Вот сейчас посмотрим, мы почему? Настраиваем потому, что, систему. Да. Потому что сюда... Для работы микрофона пассивно надо подать фантомное питание, а назад он не умеет подавать фантомное питание. Понял. Один микрофон у нас со своим питанием. Фантомное питание как бы с понтом питания. Ну, он как бы в обратном, ну, как бы подпитывает да. микрофон. Да. А у нас нет два микрофончика, которые оба с батарейками. Мы подсаживаем батарейку сейчас фактически ну, фантомностью питания. Да, да, да. Ну, это без этого никуда. Да. Не будем жалеть батарейки, будем жалеть наших зрителей.